Внимание! Внимание! Граждане и гражданки! На всей территории нашей Родины фиксируются прорывы физических законов неясной природы. Неземная материя и чуждые существа вторглись в мирную жизнь советской страны. Замечено неизвестное. Внимание, товарищи! Система экстренной самовещи. Странные сигналы. Всем жителям оставаться в своих домах или городских убежищах до этого сообщения. 17 мая 1961 года на базе Московского отделения Академии наук СССР создан научно-исследовательский институт «Спецбиотех». Задача НИИ – изучение аномальных явлений, появляющихся в результате инфильтрации. Успешно завершена финальная стадия испытаний приручения биомеханоидов, появившихся на реконструкции памятников, видоизмененных под влиянием аномалий различия с участием дрессированных служебных арахнидов. Ученый совет института постановил опубликовать отдельной книгой ряд исследований и наблюдений, выведенных из-под грифа «Секретно особой».